Всем привет! Я с работы пришла, отдыхаю, Симочка меня лечит. На работе хорошо, дома лучше, правда? На работе, дома все забываешь сразу. Я как прихожу домой, у меня все остается за стенами моего дома. Весь негатив, все проблемы. Симочка меня встречает. Вчера прибирала в шкафу, нашла, думаю, какая-то трава была. У меня чабрец, мята, еще какая-то трава нашла. Вот тут заварила чайничек себе. Сейчас буду пить травку, лечиться буду, нервы успокаивать. Сейчас напьюсь травяного чаю и пойду, как дома, на окно. Надо помыть, да занавеску повешать на кухне. Вчера прибирала в шкафах. Завтра не на работу, во вторник. Так сегодня много работы не поделаешь тоже. Так вот, окно помою. По мелочи. Вот. Такие. Не хотела снимать видео. А скучаю уже. Понимаешь? Вчера я не снимала, а сегодня не хотела скучать. Ой, снимать. А скучаю. Думаю, вдруг завтра вторник. Вдруг завтра не смогу. Сегодня выхожу, только в YouTube смотрю, кто какие видео выложил. Просматриваю своих знакомых, друзей, приятелей. Вот. Симочка у меня, девочка, одна целый день сидит. Потом приду, так с работы она валяется передо мной. Красотка моя Мэри. Сим, королева моя. Моя королева лежит. Лежит, отдыхает. Моя девочка, моя королева. Королева моя. Сегодня зашла в магазин. Мне надо было по мышным товарам пройтись. Купила в фикс-прайсе вот такой бимакс по 1,5 килограмма. Пакетик по 99 рублей. Так-то не 3 килограмма, но 189 бывает акция, да, продаются. Ну вот не нашла дешевле, только вот в фикс-прайсе по 1,5 килограмма. Я стираю вот только таким порошком. Не могу, вот, допустим, персилом, он очень для меня такой вонючий, запашистый. Не прополаскивается, я не могу, когда так белье пахнет. Не могу, вот Ариэль, да, это использовать. Только Бимаксом могу. И вот такой кондиционер. Тоже кондиционеры сильно вонючие, не люблю. Вот такие, со слабым запахом. Точно так же, как я не люблю туалетную воду. Духи сильно такие ароматные. И дезодорант вот такой только беру. Стикером, Иксон. Ну, там с любыми, с кислородом. Всякие запахи. Но имеется в виду, что не могу. Вот. У меня аллергия на запахи. И вот, если люди идут, знаете, или там в лифте, или рядом пройдут, обольются себя дешевой такой туалетной водой, такой запашище, я вообще задыхаюсь сразу. Я, конечно, запах пота тоже не могу переносить. Ну вот, когда чистый запах от тела просто, да, ну, немножко, может быть, там какой-то идет парфюм приятный такой. Но когда обливают себя, блядь, бутылками вообще этими... Запаха такого безобразного я вообще не могу, просто сразу задыхаюсь. Поэтому только дезодорантом пользуюсь и так немножко, если парфюм только. Чай-то вкусный такой, вообще пью, да пью. С медом еще. Вот. Сейчас осень, нужно потреблять полезные травяные чаи, мед, грецкие орехи. Симочка вам передала тоже привет. И убежала от меня покушать. Вот такие новости у меня. Сегодня я буду 1:30 вставать. Сейчас скоро спать буду ложиться. Так что всем пока-пока. Люблю, целую. Жду встречи с вами новой.